А Микола Тищенка, Євгенія Шевченка буде на порядку денному. Побачимо, якими санкції для них завершаться. Ось такі вчинки, але хочеться поговорити про загалом про системність таких зашкварів. Пане Геннадію, як ви бачите, чи буде сьогодні ще, на вашу думку, виключення двох з монобільшості? Чи не будуть так ризикувати, враховуючи, що і так вже он скількох залишили поза фракцією? Я думаю, это закончится ничем. Просто интересно, что разгорается вокруг «Слуг народа», что все больше и больше популяризируется эта партия. Она становится очень крупной, потому что, по большому счету, больше ни о ком не говорят. ОПЗЖ уже нету, сдохла вместе с их лидером, кумом Путина, Медведчуком. ЕС уже падает тоже в процентах, потому что о нем нечего говорить, он не правящая партия. И надо сейчас отметить, что «Слуги народа» удачно заняли шоу-позицию в том плане, что вся страна, вот вы о них, аж 4 сюжета и больше ни о ком. Тобто Тищенко популяризует бренд «Слуги народа». На самом деле получается, что чем чаще вы вспоминаете «Слуг народа», прошлые их подвиги, нынешние, все зашквары, оно отлично работает на популяризацию «Слуг народа». Поэтому я могу поздравить только «Слуг народа» с новым подходом к политике. Чем больше зашкваром, тем больше популярности. И уверен, что сейчас опросы будут показывать, что они вдвое, а то и втрое превосходят все остальные партии. Ну, от, тоді сам, виключати сам, не треба, очевидно. Я сам, би, кстати, дуже хотів, щоб про лібертаріанську партію 5-10 виходило стільки ж зашкварів на вашому телевізорі. Треба влаштувати день народження, пане Геннадію. Ми не правящі партії. Обов'язково Фаєрмонт. Це говорить о том, що населення, його треба називати іменно населенням, к сожалению, жует эту жвачку по телевизору день и ночь и готовы обсуждать второстепенные для них проблемы, а не собственные деньги и не собственное благополучие. Довіра, да, есть группа. Голосуют за все законы, мы это помним. В унисон голосуют. А? Да, в унисон. И то, что сказал Геннадий, ну, голоса ОПЗЖ ЕС уже больше ОПЗЖ нет. Не считаются. Да, то есть... Не считаю, их нет. У них хватало... Впевнені, що їх нема. Друга за чисельністю фракція у Верховній Раді. Какая? Це опозиційна платформа «За життя». І що? Яку ви стверджуєте, що їх немає. Вони не голосують ніколи, а рішення проходять. По кому це удар? По фракції? Це по його іміджу, в першу чергу, удар? Чи по іміджу президента? На Шевченка негде клеймо ставити. Його навіть нельзя сказати проросійський, він просовєтський. Поэтому он то в Белоруссию, то ближе к России, то на медведчуковских каналах. Я вообще не понимаю, что он делает во фракции «Слуг народа». И на самом деле, если кого исключать, так это Шевченко исключать. Потому что есть официальная позиция президента, есть официальная позиция фракции. Мы сейчас не признали Лукашенко как президента. Когда он едет туда, он плюет на президента, ему на это наплевать. И фракция его прежде всего должна выгнать. А то, что Тищенко себя ведет так, как он ведет, но он шоумен. Он, по большому счету, нашел законную лазейку праздновать жене день рождения. Ну и пусть празднует. Чего вы за это зацепились? Потому что, опять же, кто раздул это? Кто это раздул? Там порушение, это раздуло. Порушение страна УГА сразу же опубликовала, сама туда втесалась, сама ходит по подпольным лазейкам, сама этим всем пользуется, облила грязью в очередной раз Тищенко и «Слуг народа». Это ни на что не влияет. Поэтому Тищенко родной «Слугам народа», а вот Шевченко – это враг внутри. И «Слуги народа», по идее, желательно должны были от него избавиться. Потому что мы сейчас, вот я как либертарианская партия, я болею сейчас за «Слуг народа». В том плане, что очень много хорошего делается. Уничтожается олигархат, достаточно жестко. Закрываются медведчуковские каналы, жесткие высказывания по поводу Путина. Есть позиция Украины. Это появилось у Зеленского. Поэтому можно, это можно приветствовать. А фракция служит сейчас для того, как можно, чтобы поддерживать президента. И если появляется такой отщепенец, как Шевченко, его надо под зад ногой из фракции. Желательно, я бы хотел услышать, чтобы его выгнали. Куда-то в «Слугу народу», если вас будут запрошивать? У меня либертарианская партия 5-10, и я надеюсь, что появятся спонсоры, которые... Это единственная партия, которая, кстати, может действительно составить оппозицию «Слугам народа» справа. Я имею в виду более свободные законы. Ниже налогообложения. Вы же кажется, что вы их поддерживаете. Потому что на сегодняшний день мы отмечаем самое главное, позитивные вещи, которые делает сегодня «Слуга народа» вместе с Зеленским. И вы же тоже, наверное, приветствуете закрытие трех помоек медведчуковской. Вы же приветствуете достаточно резкое отношение к пропутинским партиям и пропутинским возгласам. Потому что это на часе. И на сегодняшний день надо делать это. И то, что делаются какие-то реформы, которые сейчас пока еще не очевидны,
Но слом олигархической системы происходит на наших глазах. И я думаю, что до осени олигарха уже не будет. Пане Геннадію, от ви казали трошки раніше, що ми ледь не в історичний момент такий живемо, коли, власне, олігархічна структура, можливо, в Україні, дає свій збій, ну і з нею починають боротися. В чому для вас ось такі прояви? Бачите, що думають люди? Що ви, до речі, вважаєте? Як треба з ними вдіяти? У нас їх не так багато, в принципі, ми ці прізвища всі добре знаємо, нам Форбс їх показує періодично, так? Розкуркулити обмеження впливу на політику і далі по списку. Чи можливо взагалі зробити ось це все? Да, безусловно, возможно, потому что сами олигархи пришли на смену красных директоров. Красные директора вымерли как класс, потому что они не справлялись с промышленностью, со своими заводами, с новыми веяниями, они не сокращали, они не модернизировали производство, они не занимались торговлей. На их смену пришли олигархи, которые, их же участь была это решать вопросы приватизации, потому что Советский Союз владел 95% всей собственности в Украине. Олигархи пришли, и в результате ваучерной приватизации они получили огромные возможности, порешали схемами и так далее. Сейчас пришло время их под нож пускать. И это нормально, потому что у нас практически, ну, где-то надо убрать 7 фамилий с влияния на телевидение, с влияния на политику, с влияния на вот эти безумное количество заводов, потому что сами олигархи превратились сегодня в тормоз. Они фактически питаются от государства. Вот от железной дороги они питаются от зеленой энергетики, они питаются от НДС, вот так нажираются, они питаются на льготах от государства. И поэтому пришло время их убить. Я имею в виду убить не физически, а забрать у них вот эти влияния на государственные потоки, на чиновников, на партии. Потому что вот сейчас поднялся вопрос, а вот Порошенко олигарх или не олигарх? Я всегда говорю, олигарх Олигархович Олигархов, потому что у него партия, у него фракция, у него телевидение, у него деньги, у него заводы. До его первого надо писать списки, потому что он мешает слугам народа сегодня больше, чем Коломойский и Ахметов. Но в него не наибольшие гроши. Я надеюсь, что в РНБО появится список олигархов, и все окружения, все их заводы должны попасть, особенно телевидение, попасть под очень жесткий контроль в том плане, что они должны перестать реально влиять на парламент, на правительство, и на телевидение в первую очередь, потому что то, что мы слышим на телевидении, вот даже у вас, это от олигархов, потому что вот они нам этот трэш то в голову мы вставляют, так они оболванивают людей, ну потому что ваше телевидение не отличается от всех, от нашего канала, от всех остальных. Это трэш. Вот трэш там про Шевченко, это трэш про этого, как его, Ищенко, ресторатора, ну никому не надо. Говорите о серьезных вещах, о деньгах, программа о людях. Программа 5-10. Я понимаю, что зритель хочет слушать трэш. Почули. Да. Мы сегодня пытаемся обмануть себя. То, что касается Порошенко, да, Порошенко тоже олигарх, и который тоже должен попасть. Кстати, один из олигархов, даже, наверное, единственный олигарх, который сегодня в политике. Я правильно говорю, Геннадий? Ну, еще и Медведчук есть. Не, да, ну Медведчук. Еще Пинчук еще, есть. Ну, Пинчук еще вне политики. Есть. Ахметов вне. Я говорю, ну, что... Как вне политики? Нет, кто имеет политики свою фракцию, и кто сам является депутатом. У Ахметова вот, больше депутатов, чем у... Слуги народа, да. Я понимаю. И у Коломойского хватает. Мы же видим, как это все сыпется. Так вот, как вам кажется, от цей закон, він має шанси бути ухвалений, якщо він сягає на капітали людини номер один з остатками в Україні? Я знаю, на чому заробляють олігархи, а також от ці знамениті інвестори європейські у нас в країні. На зеленій енергетиці, на копании руды, выпуску металла и получению возврата НДС. Это их основной заработок. Поэтому, когда ставят под контроль, если государство в состоянии поставить под контроль олигарха, это на примере Медведчука показано. Это можно сделать, можно лишить его возможности, можно закрыть его заправки, можно закрыть его телевидение. Все это можно сделать. Можно ли поставить на место Ахметова как олигарха? Можно. Осветите его хорошо, покажите все его дырки, там, где он зарабатывает деньги. Показывает. Можно ли поставить на место Порошенко? Можно. Поэтому я за то, чтобы опубликовали этих олигархов, чтобы все телевидение, все общество знало. Это олигарх, с ним нельзя иметь дело, с ним опасно иметь дело, с ним нельзя вести бизнес, он не должен вести в этой стране. Пусть идет на пенсию, пусть идет куда угодно, но они мешают тем же самым слугам народа реформировать страну. Потому что у них есть влияние на депутатов, они останавливают реформы. Вот вспомните, как за земельный закон, кто выступал против?
Олигархи все как один выступали против. Дубинский от Коломойского орал, нам не нужен такой закон. Медведчук выступал против. Порошенко даже поддержал, хотя должен был быть за. Так вот, тихонечко поддержал против земельного закона. Они везде вредят и пакостят. Поэтому их надо объявлять вне закона, как Пабло Эскобара. Потому что если тот наркотиками торговал, то эти подкупом торгуют. И подкупают везде и все. И именно поэтому либертарианские реформы и не двигаются. Потому что олигархи на своих каналах рассказывают небылицы. Про НДС, что он как-то хорошо влияет на экономику. Потому что они на нем зарабатывают. Поэтому, чтобы отменить НДС и уничтожить олигархов, надо уничтожить вначале олигархов. И если это слуги народа сделают, я первый буду им аплодировать, бачили, как по Медведчуку. Ми ж бачили, що починалася партія як лібертаріанці, а завершили як радикальні центристи. Ну, те, що не стало лібертаріанцями, вони навіть не знали це слово. Ну, ми бачимо світогляд представника влади минулої, світогляд представника влади, яка нині чинна. Вам, ви бачите різницю в підходах? Одно и то же, это же трэш, типа сам дурак. Да, какая разница? Две, они же противники, как политики. И ясно, что если вы хотите донести какую-то мысль слушателям, то это надо более умеренно и обстоятельно обсуждать и высказывать мнение, в том числе правящей партии, в том числе оппозиции. А если устраивает стресс сам дурак, то сколько мостов построил, так ни одни, ни другие не строили мосты, правильно сказали. За деньги государства любой может отчитаться. Свои вложил, хоть копейку, нет. А если по сути, пане Геннадію, якої ви притримуєтесь? Цього разу зупинив Путіна Володимир Зеленський, Джо Байден? Чи, можливо, Путін, в принципі, досяг чого хотів? Він нав'язав свій порядок денний, зустрівся з Байденом, зізвонилися, і він переможе. Заявлення Зеленського – це окончательні похорони мінських переговорів. Отак. Те мінські соглашення, які підписав Порошенко під давлением, на сегодняшний день окончательно похоронены. Мог ли Зеленский сам по своей инициативе сделать это заявление? Нет, конечно. Он вначале согласовал это с партнерами из США, из НАТО. И когда они дали добро, он объявил, что давайте вот на Донбассе переговаривать. Как отреагировал Путин? Ну, давай в Москве переговаривать. На самом деле с Путиным никто не разговаривал. Потому что если бы до этого договаривались с Путиным, то, наверное, бы пошли бы на какие-то согласования. И была бы встреча где-то на нейтральной территории. Но, судя по всему, это уже давно видно, что с Путиным уже никто переговоры не ведет. Путина перестали бояться. Поэтому пошел под нож Медведчук. Поэтому все рвутся отношения по Минским соглашениям. Поэтому более сильные заявления идут от НАТО и Соединенных Штатов Америки. И украинских граждан надо сегодня успокоить, что Украина по правильную сторону, с правильными парнями, правильно выбрала позицию, правильно и делает заявления. А вот два диктатора, которых мы видели, Лукашенко и Путин, явно перепуганы. И поэтому сегодня не надо запугивать население. Путин уже ни на что не способен. С Путиным переговоры не ведут, с Путиным ведут гибридную войну. Потому что так, как он развязывал гибридную войну, их там нету, сегодня их там нету по отношению к Путину. Теперь пусть Путин чешет репу, и с ним мир поступает так, как он поступал до этого. Его уничтожают как империю зла, как бензоколонку, слабую бензоколонку, потому что вспоминаю ВВП. У Путина ВВП 1,5 триллиона, а совокупно Соединенные Штаты и Европа, которые противостоят ему, 46 триллионов. Не с чем воевать. Если военные бюджеты сопоставим, 1 миллиард НАТО и путинские 60 миллионов, вы сами понимаете, что воевать ему, мягко це говоря, зрозуміло. Не с чем. Это зрозуміло. З іншого боку, останні санкції, кажуть експерти, дуже слабкі і дуже стримані. Ничего еще будут. Это как анаконда, которая сдавливает медленно, и диктаторы засыхают медленно. Вот уже усох Лукашенко, он ведет переговоры только с нашим депутатом, отщепенцем от «Слуги народа». А дальше усыхает уже Путин. Ну вот и все. Так заканчиваются империи, так заканчуются диктаторы. На наших глазах. Зараз мова йде про те, що треба зробити сильну армію, яка в необхідний момент зможе звільнити свої території. Саме це і робиться. Це хороші лозунги, але коли ми дивимося з точки зору фінансів, як взрослі люди, да, ми ж розуміємо, що армія наша стоїть 5 мільярдів.
5 миллиардов не может воевать против 60 миллиардов России. Численность разная, вооружение разное. И у Украины есть только один выход. Это любыми путями присоединяться к НАТО. Любыми путями затягивать сюда базы НАТО. Любыми путями затягивать сюда американское оружие вместе с американцами желательно. Поэтому, когда мне говорят о том, что у нас надо строить дееспособную армию, развивать оборонное производство, у меня всегда один вопрос. У вас деньги есть? Если у вас нет денег на охрану, не надо карликов нанимать. Они вас не защитят. Поэтому, может, у нас очень героическая армия. Но с винтовками против ракет не пойдет. Поэтому та же самая Израиль, там совершенно другой ВВП. По-моему, 36 или 37 тысяч долларов на душу населения. Украина это 2 тысячи долларов на душу населения. Не сравнивайте Израиль, который накачан мускулами теми же американцами и международным европейским еврейским сообществом. Поэтому у Украины другой путь. Нам надо в НАТО. Любими путями НАТО. Нас не дуже беруть, бачите, що відбувається. Ну, будуть брати. Чекаємо саміту влітку, можливо, там отримає якісь позитивні сигнали про ПДЧ. ПДЧ би, да, бодай якісь шанси. Рано чи пізно дадуть ПДЧ, не переживайте, просто время не подошло. Якою є війна всередині? Ну, НАТО сьогодні, треба ж виразу дивитись. НАТО не потрібна сьогодні країна, в якій вже йде війна. Безумовно, НАТО може, ми можемо працювати з тим і більш того змушувати, в тому числі країни НАТО, допомагати нам сьогодні, це треба робити. Але, ще раз, якщо ми будемо просто просити у всіх і робити вигляд, що ми жертва, то це не закінчиться. Це не закінчиться. Что, есть оборонная промышленность? Нету. Есть ли толком вооруженная армия? Нету. Есть боеспособные части, но, мягко говоря, они не выстоят против любого ракетного удара. Но при этом в останньому звернені президент Зеленский зазначил про то, что Украина 2021 набагато сильнее, чем Украина 2014.